стрельба из автомата, разборка-сборка. Будет самое... Ну, он не легче, конечно. Чистка тоже занимает для оружия, чтобы он был всегда готов к работе, чтобы не засорялось ничего. После каждой стрельбы надо будет его чистить и проверять. Передвигаться по учебному полю можно только по-пластунски, несмотря на грязь и колючки. Благо, пули воображаемые, а вместо снарядов разрываются петарды. Наставник небрежность не простит. Задачу придется выполнять заново всему отряду. Здесь своих не бросают. И победы общие, и поражения. Проползти, протянуть кабель связи не самое сложное. Нужно вырыть окоп. А это, пожалуй, самая нелюбимая часть учений. Земля твердая. Не каждая лопатка возьмет. К тому же зарываться приходится лежа. Главное – беречь оружие. Стрельба тоже сегодня входит в график учений. Правда, мишень так мала, что неподготовленному человеку сложно не то, что попасть в яблочко, разглядеть мишень. Остальные упражнения скорее тяжелы физически. Натянуть костюм химзащиты и отбежать в нем от эпицентра взрыва. Внимание, газы! Газы, команда была! Сама экипировка не очень тяжелая, однако сковывает движение. К тому же противогаз не дает свободно дышать. Не менее тяжело и попасть гранатой в дзот противника. Его изображает поленница. Проделать это упражнение необходимо в бронежилете. Сам снаряд весит почти килограмм. Придется оттачивать навык, пока дзот не взлетит на воздух. В этом году добавили новое задание – найти в реке с помощью магнита пистолет, выброшенный преступником. Курсантам оно скорее в развлечение, но в службе пригодится. Чтобы не было скучно, на дно отправляется сразу несколько гильз. Однако попадаются и неожиданные находки. Отправляются на учения студенты второго курса. Первый к таким испытаниям пока не готов. Маневров в училище ждут. Как говорят наставники, обсуждать сборы суворовцы начинают за несколько недель. Их сложности не пугают. Чтобы носить гордое звание суворовца, они готовы на многое. Когда я был маленьким, я был на параде и видел суворовцев. И решил для себя, что я хочу стать суворовцем. Нет, не тяжело быть суворовцем. Хотя наставники всеми силами стараются доказать обратное. Действуют по заветам Суворова – тяжело в учении, легко в бою. Цель нашего училища – это качественная подготовка наших воспитанников для поступления в вузы МВД России. И поэтому мы стараемся, помимо того, что прививаем любовь к службе, к отечеству, создать им максимально такие сложные, боевые, что ни на есть условия, для того, чтобы в дальнейшем им было проще служить. Впрочем, для самих воспитанников эти учения запомнятся скорее не как тяжелые испытания, а как отлично проведенное время. Песни прямо у солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня, золотом горят. Наталья Фомина, Роберт Переверзьев, Центр новостей.